Что делать, если вас интересует не только медицина, но и химия? Может, стоит отдать предпочтение фармацевтике? Фармацевтика – перспективное направление в России. В страну привозится слишком много лекарств из-за рубежа. Вопрос о развитии отечественных лекарств поднят на самом высшем уровне. Где можно получить необходимые знания? В России их предоставить могут всего 3 вуза, и один из них находится в Перми – Пермская государственная фармацевтическая академия. Именно сюда приезжают учиться ребята не только со всей России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Фармакадемия среди других вузов отличается интернациональным составом своих студентов. Здесь учатся граждане Марокко, Сирии, Ливана, Афганистана, Конго, Судана, Египта, Китая и Иордании. Я приехал из Марокко, что учиться на фармакадемии с семьей. Жена тоже учит на второй курс, я третий курс с мальчиком. Очень нравилось учить в Перми, что стать провизором на этот фармакадемии. Это образование серьезное. Выпускники фармакадемии работают в 60 регионах России и 12 странах мира в области создания лекарственных средств, контроля их качества.